еще раз приветствую спортсменов из Республики Башкортостан, города Оренбург, Республики Казахстан и хозяев первенства города Кумертау. 17 декабря город принял республиканский турнир по дзюдо на призы главы администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Уже не в первый раз спортивный комплекс «Прометей» принимает подобные соревнования. Они стали для города уже традиционными. Открытый кубок главы, то есть приехали ребята из Казахстана. В наше, скажем так, суровое холодное время, но все добрались, слава богу. Поэтому статус соревнования очень высок, ребята будут проходить отбор на дальнейшее состязание. Поэтому, естественно, все волнуются. Но я думаю, что не все, но победители будут у нас. Великолепный зал, да, хороший тренерский состав. Поэтому огромная благодарность организаторам за проведение, ну, на, в принципе, на хорошем, высоком уровне. Церемонию открытия посетили первые лица города, в их числе председатель городского округа Олег Астахов. Он поздравил всех с открытием турнира и пожелал спортсменам настоящей спортивной борьбы. Поздравляю вас с началом такого открытого республиканского турнира по дзюдо на призы главы администрации города Кумертау. Позвольте мне передать от него привет от имени Бориса Владимировича, от себя лично, от депутатства нашего корпуса. Всего на первенство приехало более 200 спортсменов из таких городов и районов, как Уфа, Стерлитамак, Белорецк, Зерган, Октябрьский, Мелеуз, Ишимбай, Салават, Давлеканово, Туймазы, Оренбург, Кумертау, а также спортсмены из Казахстана, что еще раз доказывает высокий уровень турнира. Уровень соревнований он каждым годом высокий. И в этот год тоже не исключение. Сейчас приехало 209 спортсменов из 15 команд. И Казахстан, они у нас постоянные гости, Оренбург, ну и почти все города нашей республики. Этот возраст, он такой переходной, уже идет, переходит уже более в старший. И вот сейчас у тренеров у нас есть возможность, не только у нас, у всех тренеров есть возможность проверить своих мальчишек. Потому что мы надеемся, что из этих ребят, которые будут бороться, уже будут представлять сборную республики на ПФО, на России. Мы на вот это надеемся. Участниками республиканского турнира стали юноши 2003-2005 года рождения. Большинство спортсменов представляли наш город. Это неудивительно, хозяев должно быть больше. Наших воспитанников очень много. Это потому что, во-первых, соревнования проводятся у нас дома, в Кумертау. И мы выставляем практически всех хороших ребят, которые могут здесь поделиться опытом. После торжественного открытия начались бои в 9 весовых категориях. С самой первой схватки было видно важность этих соревнований. Каждый спортсмен хотел стать победителем турнира. Поэтому и схватки между соперниками были поистине мужскими. С первых секунд представители Казахстана обратили на себя внимание, насколько подготовленными приехали спортсмены. Надо отдать должное соседям из южной страны. В одной из схваток казахский борец боролся с нашим спортсменом, и он одержал уверенную победу. И сразу вот по борьбе видно, что парень в таком возрасте, ну, крепче физически нашего парня. И показал очень интересную борьбу, такую чисто физическую, в таком юном возрасте. Поэтому было приятно смотреть, и многие ребята берут пример как раз вот с более техничных и интересных борцов. Нервы и переживания были не только на ковре, но и за ним. На протяжении всего раунда тренеры своим борцам неоднократно давали свои наставления. На протяжении всего дня проходил турнир. Финальные поединки начались лишь в 4 часа дня. Одновременно на трех коврах город узнал победителей соревнований. Больше всего золотых наград завоевали борцы из Казахстана. Наши ребята смогли завоевать 2 награды высшей пробы. При таком соперничестве это действительно хороший результат. В конце состоялась церемония награждения. Призеры открытого республиканского турнира по дзюдо были награждены медалями, дипломами и памятными призами от главы администрации городского округа город Кумертау. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».